Важные изменения в Германии этим летом, ребята. С 1 июня 2024 года в Германии владельцы жилья больше не смогут включать оплату за телевизионные услуги в коммунальные платежи для арендаторов. Это затронет почти 12 миллионов человек, которые снимают жилье. Это же хорошо. До этой даты арендаторам нужно решить, хотят ли они продолжать смотреть телевизор и как они будут это делать. Вот несколько вариантов. Первое – это телевидение через интернет. Можно подписаться на стриминговые сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime, Disney Plus и другие. Второй вариант – заключить договор с ТВ-провайдером. Арендаторы могут сами заключить договор с кабельным или спутниковым провайдером. Есть еще один вариант – отказаться от ТВ-услуг. Если телевизор не нужен, можно просто не подключаться. Теперь арендаторы сами будут решать и оплачивать свои ТВ-услуги. Важно заранее разобраться с этим, если нужно, заключить договор до 1 июля 2024 года. К примеру, я плачу за кабельное телевидение, но я включаю телевизор один раз в месяц. Смотрю по полчаса, и все. Остальное я в компьютере. И то, когда я включаю телевизор, дочка говорит, ну давай мне, включай мне Disney, там мультики и все такое. 2-3 канала, сколько у них там. А так, как и многие из вас, вообще телевизор не смотрим. Так что это хорошее изменение, друзья. Напишите в комментариях, чем вы чаще пользуетесь. Интернетом в компьютере или ТВ-услугами?